линии работают нормально. 25. 30. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме.
ракета-носителя в норме. Стабилизация изделия устойчивая. Полет нормальный. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 430. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440. Стабилизация изделия устойчивая. 450. Полет нормальный. 460. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 470. Двигатель третьей ступени работает нормально. 480. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая. 500. Полет нормальный. 510. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 520. Параметры системы управления в норме. 530. Есть отключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля «Прогресс МС». 19, номер 449. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19», номер 449, окончен.